Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов открыл мемориальную доску участнику спецоперации. Гвардии полковник Вячеслав Опольский отправился на передовую добровольцем. Героически погиб в мае 23 года. Награжден орденом мужества посмертно. В память о герое установили мемориальную доску на доме номер 28 по улице Садовой в Одинцово, где он жил с семьей.